Дорогие друзья, зрители, подписчики, мы всегда стараемся собирать все новости про ваш любимый сериал, про его сюжет, про его дату выхода, а также рассказываем анонсы про них. Указываем примерную дату выхода сериала. По завершению первого сезона не всегда понятно, будет ли продолжение. Мы расскажем вам о том, будет ли продолжение сериала, а также вы узнаете, сколько всего будет серий, увидите их обзор и анонс серии сериала. И когда выйдет новый сезон, или будет вообще продолжение, или сезон закончен. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий. Ученость и плоды. Сюжет. Сериал основан на реальных событиях, но не стоит искать в нем исторические несоответствия. Это всего лишь художественный фильм. События разворачиваются в конце войны в селе Михайловское. Музей Пушкина, который возглавлял Кузьма Васильевич Антипов, готовится к приезду высокого начальства из Берлина. Установка немецкого рейха – показать русскому народу, что немцы заботятся об их культурном наследии и ценят творчество русских поэтов и писателей. Из Берлина прибывает новый директор музея. Это Мария Шиллер, она потомок известного немецкого поэта и философа. Фрау сразу устанавливает свои порядки в доме и музее. Сразу же выгоняет Антипова с женой, дом теперь принадлежит ей. Нужно соблюдать строгий порядок и чистоту. Людмила не хочет терпеть барыню и прислуживать ей. Но кругом немцы, полицаи, выбора нет. Хотя можно уйти к партизанам. Партизанский отряд скрывается в лесу, и многие из деревни поддерживают с ним связь. Правда, с большой землей у партизан нет связи. Последний приемник был обнаружен немцами. Андрей, связный отряда, отправляется к Сергею Трофимову. Тот местный парень, которого все считают контуженным. У него должен быть приемник. Сергей живет сам по себе, считает, что никому ничего не должен. В партизаны не идет, в полицаи тоже. Хотя руки у него золотые, все может починить. А проводит все время с сестрой Андрея Анисией, которую полицай Юнатов грозится угнать в Германию. Шиллер начинает просветительную работу среди крестьян. Это не нравится гарнизонному командиру майору Зандлеру, который считает, что русские понимают только карательные меры. А встреча с Сергеем и вовсе переворачивает жизнь строгой фрау Шиллер с ног на голову. Время идет, фронт все ближе. Немцы готовятся к отступлению. Но с собой они собираются забрать все ценности, в том числе бесценные экспонаты Михайловского. Сергей не может оставаться в стороне. Он собирается защитить национальное достояние. Музейные ценности должны остаться на родине. И он вступает в неравный бой с фашистами. Сможет ли он остановить немцев? Что будет дальше? Показ телесериала запланирован ближе к осени 2023 года. Дорогой друг, если вам скучно и не знаете, что посмотреть, то переходите на канал «Любимое кино» и смотрите онлайн без рекламы и бесплатно. Ссылочку на канал смотрите ниже.